Сегодня день, конечно, можно сказать, праздничный, но он выглядел как траурный. На улицах нет народу вообще, все сидят, видимо, у телевизоров и смотрят Олимпиаду. И народ совершенно не пришел на выборы. О том, что какой будет результат, я понял, побывав на участке, где я голосую, в 4 часа дня. Я примерно около 4 я голосовал. Я пришел и увидел, что в том листе, на котором я должен расписаться, это жители моего дома. Проголосовало буквально один человек, кроме меня. При том, что ко мне подходили жители и высказывали, так сказать, самые лучшие пожелания и прочее. Потом я перешел на другой участок, и там очень уважаемый мной человек, который меня уважает и много раз мне высказывал уважение, но он коммунист. Ну, он говорит, ты понимаешь, значит, я понял, что самые те, кто придут на выборы, это люди, которых дисциплинированно привели. Это может быть либо партийная, так сказать, дисциплина, это может быть либо административная дисциплина. Остальные остались дома. И это говорит о том, что люди просто не верят просто этому процессу. Они не участвуют в этом процессе. А следовательно, власть, которая сейчас получается, она основана на той, скажем так, кучке, группке народа, которая либо от нее зависит, либо в какой-то такой вот дисциплинарной связи находится. Можно уважать, конечно, такую связь, да? Если партийная. Если административная, конечно, то это уважать невозможно. Собственно, в этом мы живем, и это демонстрация полного отсутствия фактически на самоуправлении. Я хотел бы... Мне понравились слова Анатолия Укурева, которые я в газете увидел, что если тебя быдлом делают, не надо им становиться. К сожалению, вот эта моральная заповедь должна еще войти в сознание населения.